Новый центр единоборств «Станица Северская» планируют открыть в нынешнем году. Исполняющий обязанности главы района Дмитрий Малов проинспектировал строительные работы. Сейчас здесь ведется внутренняя отделка помещений. Готов большой тренировочный зал, где можно будет проводить и соревнования различных уровней, как районных, так и краевых. Раздевалки, туалеты и душевые оборудуют мебелью и сантехникой. Юные спортсмены смогут заниматься здесь вольной борьбой, самбо и другими видами единоборств. Проводится и благоустройство прилегающей территории. Уложена тротуарная плитка, в клумбы завезут чернозем под дальнейшее озеленение. Посетил исполняющий обязанности главы муниципалитета и станицу Новодмитриевскую. Здесь, на местном стадионе, обустраивают беговые дорожки. Финансирование на частичную реконструкцию спортивного объекта получено по программе «Инициативное бюджетирование».